Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Realme C31, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве поменять обои. Для этого мы зажимаем пальчик на пустом месте экрана и выбираем здесь обои. Далее мы можем выбрать здесь либо мои фото, нажимаем разрешить. Если у вас есть какие-то хорошие фотографии, интересные, классные, можете добавить что-то из ваших фотографий. Также вы можете выбрать сохраненные на устройстве. Здесь достаточно большой выбор. Ух ты, прикольные даже есть здесь какие-то обои. И также можно выбрать какие-нибудь живые обои. Пусть у нас будут живые, какие-нибудь такие очень мрачные. Они мне очень нравятся. Нажимаем «Применить к главному экрану» и «Экрану блокировки». И теперь у нас стоят какие-то классные обои. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.